Обо мне, о поездах и о пустынях. Тоже к кинофильму «Неизвестный», которого знали все. Пляжные песни на пляже. Пошел. Запомню, оставлю в душе этот вечер. Не встречу с друзьями, не праздничный стол. Сегодня я сам самый главный диспетчер, и стрелки сегодня я сам перевел. Итак, отправляю составы пустыни, где только барханы в горячих лучах. Мои поезда не вернутся пустыми, пока мой оазис еще не зачах, еще не зачах. Свое я отъездил, и даже сверх нормы встаю, вспоминаю, сжимая флажок, как мимо меня проносились платформы и реки с мостами, которые сжег. И так отправляю составы пустыни, где сной барханы в горячих лучах. Мои поезда и вернутся пустыми, пока мой оазис еще не зачах, еще не зачах. Они без меня понесутся по миру, я рук не ломаю, на взрыв не кричу. И мне не навяжут чужих пассажиров, сажаю в свой поезд, кого захочу. И так отправляю составы в пустыни, где сной барханы в горячих лучах. Мои поезда не вернутся пустыми, пока мой оазис еще не зачах, еще не зачах. Растаяли льды, километры и годы, мой первый состав возвратился назад. Но он не привез драгоценной породы, и рельсы под ним недовольно гудят. Давай постоим и немного остынем. Я вижу в пути, ты не встретил реки. Я сам не поехал с тобой по пустыням. И вот мой оазис убили пески, убили пески.